Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами. Ну что ж, поехали! Так, у нас два зомбака есть. Так, давайте быстренько посмотрим на задание. Надо включить светофоры. Ага. Все понятно. Включаем светофоры. Первый светофор готов. Так, второй светофор готов. Вот и третий. Отлично. Сейчас нам включим светофорчики. О, еще один. Хорошо. Это мы в Нью-Йорке, кстати, бежим. А в Нью-Йорке здесь есть светофоры. А на пляже есть светофоры или нет? Я это не помню. Сейчас посмотрим. Что-то они все в одной и той же шапочке бегут. У меня шапочек много, если что. Так, чувак прячется, смотри. Так, а вот. А, тут светофоры, я смотрю, везде есть. Ух ты. Почему я один остался? Куда все делись? Так, цунами пошли. Все, светофорчики мы все включили. Бежим. Бомбочки взрываем. Я люблю эти светофорчики включать. Они мне нравятся. Так, все, сейчас все деньги заберем. Так, 12 зомбарей у нас, 12 зомбочков. О, прям толпа такая, зомби бежит. Опа, так, ну-ка. Монетки были здесь. Так, машинки мы ломаем. Вот еще машинка. Так, это у нас вертолет, ага. Прыгаем. О, пошли взрываться. Пошли взрываться зомбочки. Так, машинки, аккуратно. О, кто это у нас? А, дракон. Подожди, а что у нас там с драконом было? Летайте 15 секунд, как дракон. А, нужно просто летать. Хорошо. Ой-о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 й. Да, полетаешь ты 15 секунд. Если не зарёшься, конечно. Ну ладно, вроде бы у нас есть энергия. Так, 15 секунд летим. Да, пролетели мы. Дракошей. 15 секунд. Выполнили задание. Какое у нас следующее задание? Съешь 4 человека, летая шаром. Так, мне, во-первых, этот шар нужно взять. Еще где-то. Сейчас посмотрим, где мы где-нибудь возьмем мы шарик. Опа! Тихо. Прыгаем. Нам нужен еще один бонус. Еще один бонус, ребятушки. Так, съели мы чувака. Ой-ой-ой. Сейчас начнут... Ой, один остался. Так, баллон. Есть, баллон. Теперь баллоном надо съесть нам вот этих вот зомбиков. Людишек. Так, что-то нету никого, ни одного человека. Так, у нас и зомбаков мало, к сожалению. Да. О, еще одного съел. Ну, хорошо. Чем больше съедим, тем лучше. Все, заканчивается у нас. Время волшебства. И мы отправляемся дальше. Ой, чуть не это. Чуть не взорвался. Так, все. Что, один у меня? Ой, один зомбарек. Ладно, бежим. Главное, нам нигде не споткнуться, нигде не взорваться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обманули меня. Обманули меня с этим землетрясением. Ну, ничего страшного. Ох, травяной чай со смертельным выстрелом. А, вы разблокировали новую версию гиганта. Ой, 1000 монет заработали. Хорошо. Ликер из мозгов и нервов. Так, купите лотерейный билет в магазине. Включите 5 зеленых светофоров за одну игру. Ага. Лотерейный билет купить. Хорошо. А где у нас эти лотерейные билетики находятся? В магазин заходим. Вот лотерейный билет. Купить. Да. И теперь можно... Мы что-нибудь выиграем. 100 монеток. И последний шанс. Окей, спасибо. Так, а что здесь есть интересное? Ага, здесь пока ничего нету интересного. Так, на улучшение давайте возьмем гиганта. 1600. Стреляет тремя лазерами по очереди. Чем больше, тем самым принося еще больше разрушения. Так, у меня что там будет? 2 лазера теперь? Ага, ну ладно. Поехали дальше, играем.
Так, два зомбря. А знаешь, мы как сделаем сейчас? Чтоб новые задания получить. А, нет, подожди, светофорчики мы сейчас включим. Так, сколько там надо светофоров включить, сейчас я посмотрю. 5 зеленых светофоров. Ладно. Так, за игру надо. Надо за игру это успеть сделать. Так, 3 светофора, кажется, мы включили. Осталось еще 2. Еще 2 светофора. Так, вот еще один и последний светофорчик. Сейчас найдем светофорчик и его включим. И заработаем. И выполним миссию нашу. Да, нам за это что-нибудь дадут новенькое, интересное. А здесь есть светофор вообще? Алло, вот светофорчик, есть. Да. Так, а вот у нас гигант. Ага, а где, подожди, мы же гиганта... Типа, а, вот они пошли, 3 лазера. О, круто, круто. 3 лазера. Только они что-то не сразу включаются. А, ну они временами включаются. Сейчас один. Не знаю, в чем прикол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему они не сразу автоматически 3 лазера не включаются? Только через время. О, тихо. Прыгаю, собираю все подряд. Угу. Так, допрыгнем, допрыгнули. Монетки собрали, но не все. Так, как раз 8 зомбарей у нас, хорошо. Опа. Один у нас упал, зомбик. Прыгаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо было этот самый сломать все-таки на машинку. Ладно. Да, у нас зомбарей много еще. Сейчас еще где-нибудь наловим зомбариков. Так, балуном. Нам нужно балунчиком скушать этих самых чуваков. Ну, прохожих, кажется. Так, пока что у нас 6. Так, и челобреков нету никаких. Ой, все, уменьшились. Так, есть. Так, это, ну, тут монетки будут. Так, съешь 4 человека. Есть, съели мы 4 человека, хорошо. Все, идем дальше. Так, а какие там задания, да, посмотрим. А, мы все задания выполнили, прикинь. О, надо было машинку мне сломать. Все задания-то выполнены уже. Ну ладно, будем собирать мозги. Нам мозги нужны, чтобы открыть лотерейный билетик. Кстати, а там лотерейный билетик почему мы можем продать? Может, их выгоднее продавать? Или нет? Ну ладно. Ой-ой-ой, машинка. А, зачем я перепрыгнул этот самый? О, инопланетянин. Инопланетяне, давайте ломаем машинки. Ой-о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 й
двигаются потихонечку. Зомбики. Они клонируются независимо от того, ловлю я или умираю. Они просто тупо клонируются. Ой, машины. Я, как всегда, ловлю все машины, ребятушки. Зомбариками своими. О, нет, я думал, еще будет продолжение. Ух ты, восстановился я. Ладно. Восстановился, так восстановился. Но я ничего не нажимал, видимо. Там у меня, видишь, максимум только 3 можно собрать. Восстановлялки. Да. А если было бы бесконечно, то можно было бесконечно играть. Ладно, бежим. Ой, машинки вонючие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, кто там? А, ой, спасибо. Потребите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, прыгаем, прыгаем. Теперь нам ничего не страшно. Мы все можем разрушить. Даже самолет. Все, заканчивается сверхспособность. Ой-ой-ой-ой. Так, берем танк. О нет, сейчас мы все упадем. О, хорошо, что не все упали.
Да, пошли лопаться наши зомбики. Так, ну у нас, смотри, уже 70 мозгов мы съели. Представляешь, это много. 70 мозгов. Ой-ой-ой, нет, упали, все, разбились. Так, ну что ж, лотерейные билетики мы это все, ребятушки, с вами. Ликер из мозгов и нервов собираем. Так, что у нас там? Умрите в тоннеле номер 2. Так, хорошо, умереть в тоннеле номер 2. Прыгните 15 раз, используя бонус гигант Z. Уничтожьте 10 объектов с помощью ниндзя. Понятно. Понятно. Так, а ну-ка, а продать, почем мы можем продать его? А, за 400 монет? Ну, давайте попробуем. Нифига, мы тут, мне кажется, не... А, 100 монет выиграли. Да, да мы лучше бы за 200 его продали бы, ребята. Было бы то больше пользы. Ну что ж, ну ничего страшного. Ну ладно, друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, передавайте обязательно приветы. Всем пока-пока. До новых встреч.